Доброго времени. Хочу поделиться впечатлениями от записи вот такой прекраснейшей кассеты Player Spirits от Axia, от корпорации Fuji, Axia. Вот происходит запись с источника KRS. И просто звучание великолепное. На деке JVC PDV-711. Я просто попереключаюсь несколько раз между источником и кассетой. Сейчас звучит кассета. Как мы видим, запись происходит с системой шумопонижения Dolby B. Вот озвучивает вот такой усилитель. Мы видим, что вход выбран Tape 2, то есть дека подключена к усилку. Мы уже прослушиваем в режиме реального времени благодаря сквозному каналу, так называемому. И вот я попереключаюсь между источником и кассетой. Вот источник, и хочу сказать, что кассета звучит воздушнее. Вот звук с кассеты, он более приятный, более яркий, более воздушный, более насыщенный и просто невероятно. Это кассета высочайшего качества, и для меня, честно говоря, остается загадкой, почему кассеты этого бренда недооценены на наших просторах. Да, собственно, объяснение только одно. Люди о них мало что знают. Они не были распространены на просторах постсовка, и, соответственно, у всех представление сложилось только о кассетах Maxell, TDK, Sony, но только немногие знают о том, что кассеты от корпорации Fuji и Axia, они также великолепны, они были конкурентны с этим триумвиратом, этими лидерами индустрии производства кассет. ТДК, Maxell и Sony, и не забывайте об этом бренде. Звучит вот источник, и вот звучание самой кассеты. Кассета звучит лучше, и она великолепна, она эстетически прекрасна, эта кассета. И несмотря на то, что это простой, банальнейший первый тип, прописывается она великолепно. Держит уровень, улучшает звучание, делает звучание более таким насыщенным, наполненным, воздушным. И благодаря вот этим огромным каткам, это также эстетическое наслаждение и удовольствие созерцать вращение вот этих каточков, внешне напоминающих бобинки дорогих кассет. Поэтому вот Axia 46-минутки PS1S, это просто что-то, ну, что-то классное, красивое, невероятное, шикарное. Но исключительно это мое субъективное мнение, которое не навязываю никому. Но я записал этих кассет десятки и десятки, и хочу сказать, что это отличная, отличная кассета для записи. Источника, оно немножко беднее, и звучание кассеты и деки ярче, объемнее, полноценнее, воздушнее. Не знаю, можно еще с десяток эпитетов подобрать. В общем, вот таким образом это происходит. Благодарю за просмотр. Всем пока.